когда ты успел побежать к Лоле? Так я до префайка. А я успел. Я тебе еще вчера... Лорд, у тебя что-то с микрофоном случилось? У тебя иногда вот так делает, короче. Ну, это я еще вчера тебе сказала. Это инфекты, это бит. Ты не думал увеличить грудь? А зачем? А лорд, а почему ты просто так стоишь? И не чинишь. А потому что не формал чинил? Ну ладно. Ой. Я думаю, блядь, где он у меня сгорелся? Вот, на входе в оружейку. Да-да-да. Опять? А, его там же били. Бля, нахер я от него ушел? Вопрос. Зачем он туда идет? А кто-то был на лафайнах? Это не Гринго и не Лоло Рэд. Да-да, ему. А потом... Так куда пришли? В лабе было много человек. Это не Гринго, это не Желтый. Но Желтый прибежал позже, я вот и думал, сколько трупу секунд, типа, могли прибежать Желтый с оружием. Неформал, это где? Я с Настей бежал в начале игры. Я прибежал с ней вместе. Так неформал, и ты прибежали на электро, когда я чинил. Вы откуда пришли? Чего ты чинил, лорд? Вообще ты неформал починил. Ты стоял около неформала и не чинил. Хана починил. Хана, он починил, не я. Я со старта прибежал, лорд стоял около этого и не чинил. Это пенги, скорее всего, потому что я первый пришел, там никого не было, я починил. Потому что я пришел, и я нажал use, и уже переключатели дергались, я не стал хуярить их, и только лорд починил. Хорошо, Настя где была? Я в лабе была, я пришла туда первая вместе с Гринго и Лола Редом, потом подошли Хьюром... Я тоже почти сразу побежал, Желтый тоже был, да. А Слементий где был? Желтый после меня пришел. Слементий. Я под лабой сейчас делаю температуру. Ну, точно не Гринго и не Синя. Не... Вот Слементий может быть, кстати. А почему? Ну, потому что убил там, зашел и температуру делать. Типа. Я в скип. Я в Слементия. Я пока скип, это, скорее всего, только Слементий по нулю двойка. Ладно. А почему мы Слементия не кикаем? Вот я бы была под подозрением, меня бы уже кикнули. Два трейтера Слементия. Потому что ты трейтер. Ну все, блядь, какого хера? Да в смысле, а я... Ну ладно, ты тоже будете поиграть. А тебя Хана там. Короче, записываем. Еще раз я умираю в оружейке, я начинаю играть с лордом. Это вентиль или бутылка? А где меня убил голубой, это кто? Кто голубой, блядь? А! Неформал! Я вышел оттуда, Вало. Ну так а чё ты не репортишь? Так я он не могу, прям... потому он не в я этом. Я думал, это Хана. А, он не внутри? Да, но он виден там. А, ну где? Ладно. Да это не ты. Я специально встал вот так, где чтобы он? Меня видно было. Просто он был прямо на двери, непонятно, он в админке или в этом... Заражу. Где труп, скажи? Оттуда он где труп? А в администрации, там где лифт. Лифт это типа душ? Во-первых, да, смотрите, да, смотрите. Настя не оттуда пишет. Давайте краснимся. Ой, стой. Настя, электрик еще. Я электрик. Труп свежий или нет? Труп свежий или нет? Я встал на камеру, я встал на пульсы, там уже было два трупа, потому я не знаю, свежий. Валька, где ты сейчас находишься? Я забежал. Вот мы с Наскани с вами постояли, я побежал в исследовательскую выполнять таск. И ты сейчас там, да? Да, я закончил там. А можно спросить, Настя, ты откуда прибежала в... куда? Она у меня сейчас. Ну как это смотри, называется? Я Настю видел в лабе.
Да я тебе скажу, я зашла в исследовательскую, сделала два квеста, зашла в лабу, там был Валька Хюром, а Валька зашел после меня в кишку, я сейчас зашла в электроформацию. Обожаю свой шампунь. Эльфейф такой. Эльфейф такой разный. Я почилил электро, и горди с формалом прибежали туда. Спасибо, что становитесь неваленькими, ребят. Хана по-любому. Хана где-то, да, на О2, скорее всего, умерла, потому что она была на камерах. И она, скорее всего, пошла вниз и там осталась. Я подозреваю так же, Валька плюс Лемей. Кайф. Это Настя, скорее всего, запомнить. Где Задоран? Я там же... Нет. Возможно, она с той стороны бежала. Нет, я сейчас перебежала. Ви-ви с итальянской произношением. Неформал Настя. Ви-ви. Для меня два трейдера неформал Настя. В смысле с итальянским произношением? А какое изношение? Ви-ви. 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 Смотри, смотри, Хана. Ви-ви. 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 Я не понимаю, как у тебя может быть, Настя. Я зашла в кишечник. Ви-ви. 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 Я не добежал. Я не добежал до них. Перегибай меня, пожалуйста. Хорошо, все хорошо. Я сделала два квеста в исследовательской цифры. Эти хрени, которые соединяют нужные цифры. Неважно. Зашла потом, блядь, в лабу, там сделала температуру. Здорово, Фон. Ты думаешь, все это время там лежал труп в нижней душе, не скажу? Синий, синий, я тебе говорю, это либо ты и Валька, это или это Слементи плюс Валька. Но Валька это точно. И неформал, я не знаю, как ты связываешь неформала с Настей. А кто это говорит? Кто это говорит? Лолоре, ты? Кто это говорит? Лорд. А, лорд? Ну тогда я кикаю в тебя, чувак, потому что... Да, хорошо. Мне кажется, это Настя и лорд. Это не может быть двойка синий. Валька, Валька, лорд, лорда, да, смотрите, я вдруг. Меня убили. Смотрите, хорошо, хорошо, смотрите. И дайте я скажу, я был на скане очень долгое время. То есть шаг как бы не прошел, наверное, у трейдера. Мы стояли с Хюрем и Лоларедом. Лоларед куда-то убежал, я оставался вдвоем с Хюрем. Я забегаю в исследовательскую, там остаюсь. То есть я по факту вообще не мог нигде килл сделать. Значит, это Лоларед остается. Нет, да, смотри, то есть, типа... Хюрем видел, чего? Как я выходил. Давайте сейчас точно скипнем, сейчас дальше посмотрим. Неформал был на щитке в электро, а Слементи и Лорд где были? Лорд убежал. Я в электро был, я самый первый электро починил. Лорд прибежал на свет. Лорд прибежал вместе с неформалом. Я там он прибежал. Неформала видел. Запомни то, что я называю Настя и Лорд. Настя. Хорошо, хорошо. Если ты мирный, то что Гринга не было. Я не знаю. Ну это синий точно уже. Так это я точно или синий точно? Кто? Оба. Обожаю. Вот я, блядь, состою в трех конфах, наверное. Там что-то. Да, или даже в четырех конфах. Обожаю срачи в конфах читать. Просто это, блядь, мое хобби просто, ребят. Обожаю считать срачи. Пиздец. А, мое новое хобби. Сейчас быстро назовитесь. Три человека камеры и два электрика. Я Лоред и Валька. Так, кто-то кто еще раз? Я Лоред. Валька Клементи и Лолоред. Я не Клементи, а Слементи. Давай, Сатон. Сатон, ты какашка. А где труп? На админ столе труп. Мы с Настей чекнули лайфстайл. Что-то загрузилось жестко? Что-то что? Да нет! Просто, блин, каждый день кто-то в каких-то конфах срется просто. Да-да-да. Это круто, давай. Кто второй трейдер, мне интересно. У меня подозрение на Клементи, честно говоря. Клементий, что скажешь? Я Слементий. А, извини, Слементий. Слементий сейчас очень удивленно спросил, почему. Знаете, знаете, конфликты на таких, на таком пустом месте бывают, пиздец просто. Ну, в основном эти конфликты бывают на пустом месте, я хуеваю.
Вот просто сниз хуя. Вот людям делать нехуй, они срут. Не, почти, давайте кикнем фиолетового, пожалуйста. Он почему? Меня хотел сейчас завести в то место, где бы меня точно не нашли. У кого парня давно не было? Тебя бы где угодно нашли бы, не переживай. Я даже понял, в каком... Тильт? Какой? У меня, знаете, у меня тильт бывает редко. Что-то бред какой-то скид. У меня последний раз был тильт, очень долгий, депрессия была месяца три. Три месяца у меня была депрессия, когда меня забанили. Когда я в бане сидела, все лето, прикиньте, это было еще лето. И вроде бы у меня были такие... У меня такие планы были, типа... Сейчас сделаем дополнительный договор. У меня... Всем спасибо, я пойду. Пока. Пока, Хюром. Пока. Пока. Вот, у меня был реально тильт. Вот это вот прям реально тиль был, когда... Ну, это было очень давно, когда меня еще забанили, это было года два, наверное, даже больше назад. Вот я реально, я просто лежала, и мне ничего не хотелось. Мне было все лень, знаете, вот такое вот состояние, когда ты чувствуешь себя реально валенком, который ни на что не способен. Потом у меня какое-то, ну, какое-то было отрицание, знаете, всего, типа... Сначала была надежда, я из-за этого депрессовала, типа, вот сейчас разбанит. Потом, скажем, у меня еще все это больше тильт загоняло. И я уже лежала, вот где-то месяц я точно лежала просто, и вот я была в тильте. Вот реально, у меня был реально тильт. Кто сейчас дико? Цвет, пожалуйста. Братанчик, ну сорян, ну. Понятно, кто это? Стоп, в смысле? Валька, ты где был? Ну, как бы, блядь, непонятно ничего. Я был в исследовательской, понял, как ты. У меня остался один в 2, один в исследовательской. Я побежал в 2. Ой, блядь, почему лорда ты убил? Сделал в 2, короче, и потом побежал в исследовательскую. Сделал последнее здание в исследовательской. А ты своих убили, что ли? Да, чувак. Нихера себе. Так. А где может быть? Клементик. А что мы так удивляемся сильно, а Клементик? Это же точно синий или точно важный? Чё, Эстергот, нет обращения больше челленджи? Я могу не ждать так сильно трейдера. Смотри, лорд. Я краснился по тому раунду, когда мы на самом деле. Ладно, не отпустил руки. Я думал, твой бан первый. Нет, четвертый. Никак не краснешь. Ты работаешь кого не только донаты, только стримлю. Кто-то, короче, выбегал из фулл-тайм стример. Когда я забегал в исследовательскую, кто-то выбежал, блин. Это я, это я. А, это ты был, ну. Блин. Тогда все. Я отойду, надеюсь, сегодня не будет. Хорошо. Надолго, в смысле, мне делать эти самые? Это кто-то из вас. Потому что я электро делал, ко мне даже никто не прибежал. Я думал то, что все сдохли уже, не знаю, сейчас. Ребята, для всех вообще. Для меня я не знаю, что это. Потому что нет, я вообще вас обоих не видел. Получается хорошо. Я с лордом где-то разошелся, не помню где. Тогда сама буду ставочки делать. По-моему, вообще, да, ребят, больше не видел. Подумайтесь. Я стример сама справится с бунтом, так что не надо. Ребят, ну где бы я сделал эти киллы? В исследовательской 2 килла в кишке, я в фиолетовом глазу. Лолар, ты в кого? Давай в желтого. Давай. Мы выиграли. Ты проиграл. Хорош, синий. Лолоред? Сементий, слышь. Сори, моя руина. Я не видел... Ничего не отпрашивают, он вообще-то он поставил перед фактом, что уйдет. Слышь, ты формал, я хотел лорда вместе с Настей убить в этой связи, а ты что-то не хотел, не формал. Ты находишь килл в нижней душе и подозреваешь меня, которая, блядь, там была... Все, я этот... Да-да, я такой. К Сементий. А я там в уголку сидел. Слементий. Новый прогнозик, ребята, ставим. А, плюс у нас есть еще один слотик. Кнопку репорт, когда вы вдвоем прибежали. Мы бы синхронизировались. Вы бы не смогли синхронизировать. Исключение вчера было, Висп, исключение. Мы бы тебя первого. Алло. Алло. Валкир, здорово, ты тут? Да, тут. Поехали. Я, короче, смотрю, я хотел лорда еще в душе ближнем убить. Такой думаю, блин. Короче, выключил свет и пошел убил лорда, сверху встретил. Стоп, а где убили Настю?
Ты видишь, у меня какие правила? Только вчера в тебя взяла виспа, и начали все возмущаться. Вот, ему исключение, тогда для остальных исключение. Это ты про какой труп? Хорошо. Так он зарепортил. Понял, Сорбет. А в этот момент как раз заходите. Убили. Блять, это было электрик. Не знаю, вылетать первым дружером, понял. Не, ну желтого я вообще так спас. Можно желтый цвет? А кто еще ушел? Сейчас я не знаю. Гринга. Нет, ушел. Валька вышел. Валька перекрил. Валька? А. Все. Кстати, тезка, хай. Это хай. Дай. Дашь потом желтый. No. Да, все нормально. Тезка хай. Спасибо. Да, я все сделаю. Потому что ему нет 18. Я вчера ему исключение сделала, и все, больше не будет. Где? В лаборатории? Да, даже в лабе. Не бейте мне мозги, пожалуйста, ребят. Тут все, такие правила, и то, блядь, мне потом... Я пошел вниз на лайфлайны, и там уже труп был. То есть труп уже, ну, секунд 15, наверное. Мы кикаем Вальку, да, и вообще не говорим ни о чем. А почему? Не, о, стой. Нет, он на момент убийства был со мной. Смотри, ребят, да. Я был на лайфлайнах, я стоял, при мне загорелся оранжевый труп. Я, ребят, просто, я увидел его, я пробежал, чтобы посмотреть, кто на скане стоит. Если кто-то вообще стоял бы там. Он при нас сделал сакил, я стоял вместе с, не помню, с Киолио стоял точно, и сейчас кем-то на лайфлайнах. Ну, как только произошло включение света, мы с Настей стояли АФК в скане. Я увидел репорт в лабе, но я не стал, я хотел посмотреть, кто там еще стоит. И чё ты там увидел? Там кто там еще стоял? То, что у нас там стоит. Я просто беру... Ну, ребят, это мои правила такие, вот. Формал, такие правила. Да, от 18 лет. В чём проблема? В самом начале я пошел с Ханой туда. Как это не используешь? Чего это не формалу? 16 лет. С чего это? Нет, я думала, что не формалу побольше. Я видела фотографии не формала, блядь. Он не выглядит на 16 лет, он взрослый мужик, блядь. С чего ты взял, ну, не мужик, а парень. Взрослый. Валька там оставался еще с самого начала, если он зашел самым первым. С чего ты взял такие... Что вы мне с этим возрастом ебете мозги? Отстаньте, я же слышу по голосу. Я кого-то знаю, кого-то еще. По-моему, я лучше знаю, чем вы, ребят. Здорово, сенсей. А как ты видел, что он и Валька ушел, и Гринга ты видел? Так, ну и что тогда? Вы что делаете? То, что я не... Вы знаете, то, что я не делал. Привет, Олечка! Чего ты бомбишь? Да меня с возрастом этим уже заебали. У меня такое правило, типа, 18 лет, типа. Вот, неформалу нет, 18, а ты его берешь. Вчера этот уговорили, типа, ну, висп же адекватный, возьми виспа. Сделала исключение на один вечер, что я этот... И взяла виспа. И начали мне ебать. До этого ебали мне мозги. Ну, виспа, что не берешь, он адекватный. Сделала исключение для виспа. Почему ты сделала исключение для виспа? Да блять! Отстаньте! А я просто потом буду брать только сабов и стримеров, и все, и больше не буду никого брать. Скоро так и будет, смотрите. Вот так вот. Сейчас еще чуть более популярный стану, ребят, и все, только с сабами буду играть и со стримером. И все, и так вот, сосите, и больше вы меня не будете ебать, мне мозги, блядь, донатеров только буду брать, сабов, и тех вас не буду брать. Вот так вот вам. Хе-хе-хе-хе, 100 рублей поиграть со мной. Хе-хе-хе-хе-хе, 100 рублей, ребята.
100 рублей! Только за 100 рублей, ребята! 100 рублей! Вот так вот буду говорить вам, ребят, как... Ну, как будто заходить со мной играть. А у школьников-то не будет, блядь, 100 рублей, ребят. Все, изи, изи. Ха! И буду брать за 100 рублей. И вот себе, и тут, и 18 плюс сразу правило. И чтобы до меня не доебывались. Вот ему по голосу не 16. Ему по голосу там ты дыма, сё дыма. Расскажешь, школьники богаче нас. Мне очень редко школьники донатят. Прям супер редко. Школьники, наоборот, 100 рублей со столовки. Блять, когда мне кто-то донатил, мне очень редко школьники донатят. И на обед это больше, чем ты зарабатываешь за день. За 100 рублей сказать запрещенку стримера и зиба. Я на самом деле таким людям редко... Ну, им лень тратить деньги. Они какие-то, знаешь, лазеечки находят, чтобы нагадить бесплатно, понимаешь? Нет, я на камеру. Я согласен. Я согласен, Валька. Где труп-то? Под лабой лежит, и Валька бежит от трупа в сторону ямки. Хотел прыгнуть, но не успел. Гринго, зачем примем гибать труп? Вот зачем? Смотрите, нас на восьмерых можем спокойно как бы. Если на мудрость, которую говорил папич, идите нахуй. Это Гринго, это не я. Начнут. Да это не я! Ну, именно! Это не я! Ладно, это я. Сдался, молодой. Ну хрен мне делать, блядь. Причем в прошлом раунде... А, ладно. Сдался, молодой. Чем спалился? Кстати, крупных стримеров готовы потратить бабки. Да, понимаешь, дело тут вообще не в бабках. Просто нужны какие-то правила, чтобы все соблюдали, потому что много людей, и каждому не угодишь, понимаешь? Нужны просто какие-то определенные правила, которые я вот сделала. Типа, вот вчера я сделала исключение, и все, начали ебать мне мозги, блядь. Почему-то взяла виспа, ему нет 18. Ну, мне проще просто не брать, понимаешь, чем это все выслушивать потом. Ну, я к этому веду. Не то, что я такая злая, вот. Не беру выспра за то, что он плохой, там какой-то еще там. Нет, он хороший человек, мне придется с ним общаться. Там существуют определенные правила, которые будут. Короче, лорд второй трейдер, давайте скипаем. Когда стол приедет, да? Сатончик, я сегодня пыталась собрать с Ольчика. Я пыталась собрать. Ой, какой-то громкий. Я выбегаю просто с админки, блядь, и Лорет выбегает снизу. Я поэтому спросил, ты откуда выбегаешь? А, все, понял. Скипайся, блядь. Я перестрался, блядь. Там очень мало заданий осталось доделать. Да, я понял. Я сейчас последний. Чё, о чём я говорю? Я сегодня таверничами попыталась собрать. Выйди из дыбы, пожалуйста. Таверничами пыталась собрать. Мы можем, да. Вообще дела какие-то. Вот когда я пытаюсь собрать таверничами, у меня не получается собрать таверничами. У меня ни одно задание не сделано, блядь. Делай это. Потей. Согласился только плохой, или в кастер сказал через полчаса плохой с нами чуть поиграл и сгорел и ливнул. Не, сегодня Финн вроде не будет собирать. Ну хрен знает. Я всегда чекаю, я всегда мониторю ВК. Поэтому. Если будет, я пойду к Финну. Гринго, тебя кикнуть? Сейчас вот только сейчас был килл. А можно чего? Там можно кто-то прыгнул в люк. Ты не видел? Не, лорд, дело в том, что я только что бежал, с ним пересекся вот секунду назад с этим синим. А потом решил вдруг назад вернуться, и ты мне уже на сетчик. А я в туалет и бегу смотреть, кто туда прыгнул. Mm-hmm. Потому что там сейчас был один ник какой-то. Ну, Кира, сколько секунд трупу? Максимум вот секунда две, не больше. То есть вот он только что, вот я только пришел, он был жив, и секунда максимум две. То есть вот прям сам только шорт, что. Может быть? Блядь, по двое человек? Если он только ждал там секунду две, а так. То есть прям не секунда в секунду, вот прям вот секунды две, наверное. Лорд, хорошо. Ты проебался, как проебался я тогда.
Ну ничего, бывает. Есть еще Next Kicking Gringo. Да, игра уже закончилась. А, да? Обоих нашел, за Хану просто разорвал этих убийц. Хорош, хорош. Будете знать, как Хану убивать первым. Например, господство, когда мы типа поставили. Конечно, меня устраивает, Олечка. Олечка. Я, кстати, уже выигрывал, если что, в это мировое господство. Я там не знаю тактику, одну имбу. Подстава получается. А я прихожу, короче, в лабу, вижу там... Я хотела, чтобы... Вообще, я шок. Я хотела по трое человек, что, типа, смотри, там понимаешь, как происходит на мировом господстве? Вот трое человек, к примеру, да? Нет. А там можно ходить на переговоры. То есть один уходит на переговоры, двое остаются, принимают кого-то на переговоры и разговаривают там что-то еще. Я такой думаю, не понял, блядь, не убил, блядь. Потом нажал второй раз хил. Потом успел, думаю, вот теперь точно. Убил. Пришел на электро, блядь, на электро никого не думаю, нихуя себе, блядь. Я первый раз играла, первый раз выиграла. Микрофон не слегка у меня. У меня. Валька, тебе надо было сказать, кто-то, блядь, тебе анкил сделал, блядь, я не успел там ник увидеть. Можно желтый? Бля. Бля, я такой сижу, думаю, так, надо не формал или Настю, не формал. Она тут или не тут? Пришел Настя. Я убивать. Тут. А ты все, что ж, вместо меня кого-нибудь? Да, мне просто проблемы тут, короче, я должен. Камерами светил. Спасибо за игру всем, ребята. Я может. Ты все? Ну ты какашка. Точно отойти надо. Ладно, будет. Хорошо. Ну, давай. Просто сказали. Есть ребят, место. Надо было кого-то из вас. Да, мировое господство живо. Ребята, до места, кто хочет. Прихожу на камеру, этот на камерах, и там, блядь, и как вас убить? Хочет кто, ребят, чатика? Меня 10 раз имеете видел, там дохуя меня кто видел. Я такой слышал, Килоля сказал, если что, слово. Воскресенье, мировое господство. Да, сенсей, заходи. В Амангазбор заходи. Я оружейку, бля, смотрю, Килоля, не думаю, бля. Где Килоля? Надо еще плюс. А ты думал. Прочу. А я думал, ты со мной пойдешь, типа, я думал, бля, в оружейке. Я бы тебя, кстати, не убил бы в оружейке, я такой думаю, бля, ладно, не буду Килоли убивать, просто постою с ним, типа, краснюсь, то есть там Валька сделает килл. А чё на поругаток? Для Килоли, блядь. Мир. Да, наверное, я пришёл в офис, за тебя не было. Здорово, сенсей. Приветик. О, привет, привет, привет. Привет. А я такой прибегаю, блядь, смотрю, там 3 или 4 человека стоят, я думаю, блядь, убить надо и быстро валить оттуда. Тоже, вот много раз постоянно вижу камеры, думаю, все, вот теперь точно не видят. Вот теперь я пробежал уже там камеры далеко, никому не скажут. Ирак там 2-3 человека, блядь, стоит и все. И вот, это как вчера Хана, блядь, спалила Килолю и Шакару. Бля, ну если бы Килоли не закрыл бы двери, я бы его тоже бы через кнопку бы вывел бы. Так не бойся, если бы Хан даже не увидел на камерах, это я бы вывел. Да, ты еще ты бы увидел. Да, я же видел, то что ты остался в лабе, я и Килоли. Ты умираешь, очевидно, не я. А я его что-то на скан впустил, думаю, пусть он сначала, потом я. Из чего у него, блядь, он мне не пишет waiting for Килоли. Я такой, мать, бежим! Нахрен не нужен этот рейтер. Ну ему по факту уже делать было просто нечего. Ханечка, Муф и я с вами. Либо убивать, либо нихуя не делать. Так, все-таки по трое сделали? Я так и хотела, Морф, ты и я. Это было бы офигенски. Это офигенски было бы. Валкир, Настя. Валкир, Настя, Слементий. Да не хочу режим прятки. А ну через полчаса надо давать режим прятки. Я думаю, что Настя мирная. Сейчас будет труп тут лежать. Нихуя! А вы ёбнули, что ли? Белый на камерах убил. Где? В офисе. Бедный сенсей, а. Нормально зашел. На каких камерах? Зашел и ушел. На обычных камерах. Которые находятся около офиса.
Я верю. Вопрос, куда вы верите? Я наблюдал все время за черным, остальных на камерах я не видел. А вопрос, можно с Лементи, это что за мув, типа? Поиск единомышленников? Я хотел, чтобы ты... нельзя такое говорить. Я понял, я тебе говорю, поиск единомышленников. Да, да, да. Все, понял. А что это значит? Мы тебе не скажем, что это значит. Напишите в ЛС. Не, напишем. Это сигарет. Ясно. А, понятно. Мы все поняли, короче. Не-не-не. Не-не, я второй. Бля. Ладно. Не поймал, ты совсем их меня... Да, я не вижу смысла играть 1 в 9. А вот я бы была на трейтере, я бы выиграла. Изи, легко бы было, я бы не сдалась. А почему именно меня ты убил? А ты кому повезло, мы же даже на друге стояли. Я такой еще стою. Не поймал. Я, короче, вижу, как неформал с этим сенсеем бегут в админку. Я такой думаю, бля, ну сейчас сенсей сейчас умрет за первые 10 секунд, блядь, все, неформал, ББ, бля. Неформал, у меня другой кто-то был. Килали. Просто повезло. Что за камера, ёбаный, на этой карте, я не понимаю. Жёстко вообще. Да не, самый прикол, знаешь, я починил электрику, ко мне, блядь, 4 человека, походу, все с камер пришли. Я такой, чего, блядь, откуда? Слышишь, лорд, я встал на админку, я просто, блядь, сижу, играют 5 лаба. 4 электрика. Ну да, была такая херня. И я один. Ну хорошо. Да, я тебе что-то говорю. Спасибо, кто никак на скелде. Там 6 человек в электро было. Я, короче, такой, ну, я типа зашел на щитки, типа, там у меня двери закрылись. Ну, типа, почините свет. У меня двери закрылись. Я такой, ну и понял, блядь. Думаю, ну, наверное, где-то киллы сделали. Почему у нас скелде нормальная камера? Тут, типа, все видят вокруг. Да потому что это скилд, ебать. Дабл килл в лаборатории. А, Ханус, ну, с неформалом, вы откуда бежите сейчас? Я со змейки бежу. А, неформал? Неформал. Ау. Ты тоже со змейки, с одной и той же змейки? Нет, я с елочки бегу. С какой елочки? Я тебя там не видела. Лоларет, дабл килл. В смысле, я елочку сейчас сделал. Я елочку сделал, да, которую надо писать, мы бегу. Нам сейчас хорошо краснятся при двух киллах. А, это не... Это, скорее всего, сенсей, который в оружейке. Внутри лабы киллили где, блядь? Да, да, да. Там скорее всего, или где двери? Где двери? Валика красная. Они прямо... Они не Настя, тоже на красную. Это не Валика, не Настя. Да, я видел, где сенсей. Ну, это не лорд, скорее всего, сделал, потому что он выбегал из офиса, а я, короче, сделал змейку и решила потянуть лайфлайн, и он просто, вышел с офиса. Просто ты говоришь, что ты змейку под лабой делал, да? Ну да. А за тобой прямо кто-то неформал. Я его там не видела. Я голосую в неформал, который с тобой одну и ту же змейку делает. У каждого разные змейки, по сути. Ну да, да. Получается, да. Я бы в Ханну кинул, на самом деле. Змейка, а потом в Ханну при шестерых. Да, ну сейчас на восьмерых можно кикать. Ну, я в неформала был. Тоже бежит. Кстати, я надеюсь, вы меня странно. Не называете? Ну, я говорю, нет, это не формал 100%, потому что его там не было. И его не было на змейке. 100%? Потому что... Да, да не формал это, ну боже, ну чё вы. Чё вы? Блин, ну всё равно у меня кек там, я это Андрей, уже выиграть. Я это уже не смогу выиграть. Стоит кто-то на кнопке.
Давайте. Где? Бля, как быстрее. Обидно, а. Быстрее где? Возле оружейки, возле оружейки. Ханна с той стороны бежит. Да ну, она, в офисе. Блядь, я вам говорю, стоп! Я стою в офисе, я стояла на кнопке изначально. Я стояла изначально на кнопке, хотела нажать на кнопку, потом я решила посмотреть на лайфлайны. А зачем на неё нажать? Камеры горели, я думала этот еще сказать, то, что неформалом мы правильно кикнули. Я у вас как могу быть трейдером, если мы правильно неформалом, блядь, кикнули? Кто сказал, что это я? Не знаю, я его. Не, подожди, Ханна, ты говоришь, что ты все время на кнопке стояла? Нет, не все время. Я изначально сделала мусор, потом побежала на кнопку, хотела ее нажать, и решила, чтобы не замазать трупы, я решила посмотреть лайфлайны. На лайфлайнах уже был труп, я пошла его искать в лаборатории, я подумала, что он был в лаборатории, я побежала искать его в лаборатории, это может подтвердить камерамен, камеры горели. Кто стоял на камерах? Нас двое было. Ну вот смотри, ты не стала на лайфлайны, что за слово? Ты смотрите, не стал ребят, на них, смотрите, я бежал мимо. Секунд 5. Стойте. Да секунду, секунд 5, я в офисе! Короче, ребят, тогда это либо Валька, либо белый. Дайте не агрит. За что вы рассказываете? Смотрите, смотрите, у нас 5. У нас мы сразу с лордом побежали в оружейку, прямо сразу на метеориты стрелять. Потом вырубился свет, он начал убегать с метеоритов. У меня одна это забагалась, один метеорит. Я отключил, включил, добил, выхожу, он уже лежит мертвый, валяется прямо на входе. То есть киллу секунды 4-5. Ну тогда я это не могла быть. Скипайте, сейчас у нас один трейдер. Один трейдер у нас. Я самая красная. Я сам. Я кикнула, не формала! Блять, все в пизду нахуй. Я ебала, блять. Как будто кикнула Ханна. Там же даблкил был. Там что Ханна я затопила своего трейдера, я у вас никак не могу быть, потому что я красная, блять, потому что я трейдера кикнул. Как, блять, вы меня кикнули нахуй? Да блата, плохой килл. Я выбегаю, давай им пойти на съемки, выбегай. Нет, тут супер плохой килл. Ханна, ты за меня не агришься. Да, агрюш, да. Я всегда агрюш. Нет. Ребят, можно я спрошу своего второго трейдера? Ханна, зачем? Я сейчас, блядь, буду на мирном, каждый раз с вами ругаться, мне похуй. Ханна, а если мы опять будем ругаться, то что будет? Злой челик позитив. Бля, ну там не формал спалился, пиздец, Ханна. Это херня вышла. Бля, так Ханна убивают, я вынужден второго убивать. Иначе ее спалят, а меня... Чё, замолчи, мут, как бы игра идет, алло! Она предатель. Агрессатура. Агрессатура. Да нихуя, я иногда бывает сгораю и на мирном. А, меня тут никто не видит, ладно. Где, даже где? Так? Ему где? 15. Где? Я знаю. Где между где? Связью и оружейкой, прям на проходе. Это не желтый. Так это я, ребята. Это не Слементий. Это должен был Лулой. Подожди. Слементий, ты за мной же вроде бы как выбегал. Ты куда делся? Я уже Слементий проголосовал. Назвали ник Слементий, я уже проголосовал. Мне похуй, мы так играем здесь. Мы здесь так играем, ребят. Не сбежал. Я уже в Слементий проголосовал. А в кого Хана уже затопила? Да короче, без разницы, для меня процентов на 70 мат Настя, потому что она в 2 была, а свет долго не чинила. Так еще раз, подожди, что?
А почему ты свет ничего не починила? Типа ты шла за мной и не починила свет сразу. Что? Сейчас? Ничего, что я сейчас... Нет, на первом раунде, на первом раунде. На первом свету. Ты есть. Ну, нет, я починил, но они вместе с Валькой подожди, прибежали. Подожди, нет, там просто... Или с Валькиром, не помню. Нет, я человек... в исследовательской там... сейчас ложь там был. Я скажу, блядь? Ла-ла-ла-ла. Там человек зашел в щиты, чините, я, блядь, зачем туда заходить? Я стояла на выходе и смотрела, что там дальше. Потом выходит туда с Лементи, который починил свет вроде, да? Кто? Не помню. И еще кто-то второй. Пробежал. А с Лементи, правда? Или кто-то там был, не знаю, что кто починил. Кто-то ты свет чинил? Я свет починил, да-да-да. Первый. Погодите, а трупу сколько? Он забежал, вот. Я говорят, секунд 15. Я стояла на камерах, а потом прошла на щиты, там кто-то забежал, я не стала забегать. Да, она стояла на камерах. Логит, а ты откуда бежишь? Ну, допустим, ладно. Еще не формал, может быть. Логит, может быть, потому что он по времени поспевает. Я? Ну, ты, да, если трупу 15-20 секунд, то ты можешь поспеть. Не факт, но... Я меня видел на лайфха... Ну, короче, на этих штуках. Килоли, помоги за мной чуть-чуть, Килоли. Или спасибо. Блин, Настя, откуда вы прибежала в исследовательскую? Может, с Настей пересеклись сейчас с Келолю? Ну да. В душе, да. Да, с Настей. Ну а ты сам откуда пришел? Я, в смысле, мы все... Я, ты, Розовый. Так, и... А, да, все, ладно, все, понял. Я вспомнил. Можно сначала узнать, где труп, во-первых. На админке. Мы с тобой пересекались в верхней душе. Ну, да. Я и говорю, а ты откуда пришла? С админки? Я зашла со старта. Блять, ебучую исследовательскую, сделала квест и поднялась вверх. Окей, ладно, допустим, кто где. Это ладно, не говорит синсей. Можно я скажу? Можно розовый, я скажу? Синий, по-моему, был с нами. Можно я скажу? Давай. Я не был со старта в исследовательской, я первый первый выбежал. А, все, я не понимал, спасибо. Ну, скоро. Рассказывай. Это просто пиздец, я не знаю. Нет, исследовательская, это типа, справа это... снизу, ты побежал в лабу. Шутка такая, это что? Ну, я побежал в лабу, да, она... Да, 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 не формал, я ты же с нами... Когда в исследовательскую побежала? Привет, Кристюшка! Вам не слышно? Вам не слышно? Их не слышно? А сейчас? Подождите. Ой, бля. Сенсей, сколько времени? А сейчас? Информал, пожалуйста, глаза промой, спасибо. А сейчас? О, все. Шарямба. Меня не слышно? Это я просто этот, таблетку пью. За Искандера! Спасибо большое!
для, за подписочку для нашей прекрасной девочки. У нас Искандер джентльмен, он всем девочкам дарит подписочки. Чего? Спасибо большое. Да он там всегда стоит. Это... Бля, это килоли не мало. Это меня помог миллион раз. Шипит же она. Я пришел сейчас. Я шиплю. Да, блядь, я слабый. Я шиплю. Я не шиплю. Я не шиплю, нахуй вы меня наёбываете. Килоли, это скорее всего я у тебя светился, потому что я подошел. Смотрю, в элементе стоит на админке, как раз с душа кто-то выходил. Это, скорее всего, я уже. Как ты сама успела сабнуться? Там в элементе стоит, он все видит, там сквозь админку все видно. Фоновый шум еле слышно. Да, но я видел, что с душа кто-то выходил, так что это нормально. Миндозочка, пойдёшь сегодня с нами игру? О, ты уже сидишь в Among Us сбор, все, я понял? Настя. Все, понял, понял. Да, я на камеру. Все. Анекса. Что-то трупов нету. Подозрительно. Да. Хана. А, я живая. Я почему-то всю игру думаю, что я мертвая. Хана. А кто убил? В кого голосуем? Ты что, трейтер, Хана? Ты что, трейтер? Да, мы все в тебя уже проголосовали. А кто трейтер? Ты. В смысле? Это по тебе спрашивают. Сказали, Дима на лайфлайнах под тобой прям был. Да. Серьезно? Да. Говорят, типа в толпе ты убила. Я почему-то думала, что я мертвая. Все это время. Блять, я все это время думала, что я мертвая, прикинь. Блять! Спасибо большое, Искандер, за подписочку для Даники. Спасибо большое, спасибо. Уф, что за сапчики летят, ребята? Уф. Блять, мне все реально. За... Вот сколько вы платите? Вот кто снимает там хату, ну, платит за коммуналку, сколько вы платите за коммуналку? Я сегодня пришел в счет, я охуела слегка. Вот, ну, это кто мимо меня пробежал? Это пиздец! 6500 за коммуналку! Почему? Потому что Лоред, он, короче, весь раунд бегал за слементи. 6500, блядь! Я охуел, у меня не такая же большая квартира. Ну, двухкомнатная. Не, что расскажешь? Ты со мной был в оружейке, я там один был. Где со мной Лоред был? Да да хуя 6500! Дима за мной побежал, он даже в оружейке. Есть кто-нибудь в исследовательской сейчас стоит? Я стою. А, ты стоишь? Тогда ладно. Ханна и Белый, скорее всего, мирные до конца уже. Остается Настя с Лементи. Настя, я в лабе последний раз. Вышла слабая у нас на электричество. Килоли зашел в лабу. Ну, еще... по мапе, у нас, скорее всего, даблкил на электро. А кто где сейчас? Кто где? Сменьте там. Не в нижнем душе беленький. Я надо лекарь. Ханна у нас в исследовательской. Я спину кошка смотрю. Я на админке. И вы, получается, понимаю. Вдвоем на электро. Там, где килы. Сменьте, а можно килы? Получается так. Давайте, Фиолетово. Я еще не добежала на электро. Настю. После формал на кнопке, Белый выходит из нижнего душа. Ханна говорит, что она в исследовательской, это правда. Потому что я смотрю это по мапе. Я в Настю поверил. Я думал, она мирная. У меня не, это без интернета, я имею в виду. Короче, коммуналка, электричество, отопление, там, вода, вот эта вся хуйня. Это жесть просто. 6500. В прошлом месяце было 5500, в этом 6500. Почему? Нет, подождите. 4900 было в прошлом месяце. Ну, типа, это нормально. Ага, сейчас, Настюха. Где? На электричестве? Починил. Нет, кто чинил? Я починил. Все, мы Настю выводим. Почему? Она справа пришла. Потому что трубы оружейки.
Я в ружейке качала данные и пошла на электрическое обрушение. Больше, больше некому, Настя, больше некому. Ладно, похоже, уже два голоса у меня. Это все вместе, типа. Ну это без интернета, плюс унет еще, да. Плюс унет 600. Да он в лабе был, я же объяснил, что... Меня видит, блядь, лорд Килоли, как я выхожу с верхнего душа. Где я, блядь, под твоего была тогда? Так, так, я уже хотел неформально голосовать, потому что он говорит, что он был, блядь. Вот, смотри, как подарить подписку, вот так вот, ребят. Вот мой стрим, вот подарить подписку. На первом раунде говорил, что Настя снимала 70%. А я думал, это Слемень, типа, с тобой бежал и по дороге киллы сделал. Я просто помню, что он тоже выходил слева. 9400, нифига себе. Хан. Хорящего. А. Хана, а этот, мировое господство также клаустрофобию проводит, да? Да-да. Прикольно. А, воскресенье будет. Сегодня будет, да? Угу. Сколько? Я зайду постоянно. 7, 7, по-моему. Либо 7, либо 8. Я анонсики еще сделаю. А я не знаю, может быть, и постримлю, кстати. Посмотрим. Коля расскажет на скаменте. Ну, килл в секунду, наверное, да? А что рассказать? Скаменте, в школе расскажешь. А что рассказать? Oh, хорошо, выводите меня, потом скаменте. За что? Подожди, где труп? Расскажешь в школе, я сказал об этом. Скажи, где труп? Труп-то где? Труп на камеру, действительно. Куда вы голосуете, где труп? Подождите, там на камерах были желтый, синий и Настя. Да, я тут. Можно я скажу? Смотри, он стоял на О2. Я подбегаю не на О2, а на дерево он стоял. Ну. Я подбегаю к дереву. Я в левый нижний угол карты, где еще два таких винта крутятся, понял, ебать? Вот туда я подбегаю, потом я туда выбегаю, мы оба бежим по этой кишке наверх к камерам. Я забегаю к Лориду на камеры, он убивает, я нажимаю... Кого я убиваю? Бежит к винтам. Я мимо желтого уже пробежал вправо. Расскажешь. Желтый, подтверди, желтый. По админке все правда. Желтый, подтверди, что я сейчас... Что я сейчас мимо тебя пробегал? Спалил желтого, молодец. А кто один в лабе? Подождите, а у меня у одного в голове не Валька. Укладывается инфа, то, что неформал сперва говорит про Слементи, а потом говорит то, что это убивал вообще этот синий. Неформал пиздит, я не убивал. Я сказал, что синий стоит на камерах. Алло, там стояли Настя, лорд, блядь, еще кто-то. Стой, хорошо, вы кикаете меня, потом вы кикаете Слементи. Я не делал этот килл, мы ни того не кикаем. Но я вам говорю, чтобы вы кикнули сначала Слементи, а потом кикнули меня, чтобы не появилось еще одного килла. Я хорошо. Кипайте, нас 9 человек. То, что он хотел со мной добавил хилл или типа того. Ну, я бы еще даю инфу с админки. Смотрите. Кого вы голосуете? Я с неформалом больше не буду играть. Бесполезный. Настя, ты слышал это? Если он предатель, он... Хана, твой. Я сейчас на скам могу не поебать. Похуй, кикните меня, короче. Я не знаю, труп прямо на кнопке, короче. Кикните меня сейчас, потом уже играйте. Прямо на кнопке? Подождите, можешь себе объяснить, что произошло? Я нихуя не поняла. Я вот тоже, если рассказываю, по админке рассказываю. В электро и камерах в сумме 5 человек. Двое в электре, двое было на камер. Потом на камерах убивают. До этого один заходит в электро, то есть в электре трое, потом, ну вот как неформал, короче, говорил, он зашел в электро, там стало трое, в этот момент убили на камерах, он вернулся и зарепортил. Вместо, если что, он вместо электро упоминает офис, а не электро.
И Валька... Я вас зарепортил. Просто хорошо. Я только что на выходе из офиса пересекся с Валькой, которая, ну, выходила. Нет, смотрите, смотрите. Короче, я сейчас на починке света, подождите. Сейчас на починке света я с кем-то пересекнулась на входе. Кто это был? Я на свете сейчас стою там. Можно меня кикнуть? Только открыл. Цементием. Ну, короче, ты уверен, что с Лементи ушел трейдером? Я не скажу. Проголосую, потому что вдруг я об этом. Ребята. Я уверен, что... Ну, давайте неформалы. Ну, подожди, да, неформал. Да. Ты уверен, что с Лементи ушел трейдером? Бля, ну, меня убил. Ну все, тогда давайте кикнем информал, чтобы ему с Лементи не так обидно вот было. Я об этом говорю. Хорошо. Я сейчас кикну. Дайте скажу последнее, я хотел сказать. Сейчас, если у нас один трейдер, то мы на лайфлайнах вместе на... Ну, то тут труп при нас загорелся. Это не лорд и не неформал. Ну, мы кикнем. Давайте неформал, не будем чинить свет сейчас. Не будем чинить свет, повторяю. В смысле не будем чинить свет? Я ушел в разносвет, так что это все нормально. Хотя нет. Ну, давайте починим. Он прям не убил. Спасибо, я то же самое хотела сделать. Смотрите, мы одного трейдера кикнули правильно, я считаю. Похуй, кто-то похуй. Смотри, лорд, ты с кем стоял на лайфлайнах тогда? По прошлому килу. Валька. Ты и Валька. Я и Килори починили свет. Ну, кто-то там, короче, на свету был, я с кем-то пиксельнулась, но не увидела кто, но, скорее всего, это был Килори. У нас остается Сенсей и Валькир. Валька. Только я. Только если еще я даже не был в офисе, потому что когда Валька выбегал, я с ним пересекся. Типа свет вырубили, он выбегает, я с ним. Я тоже согласен кикнуть желтого, потому что я оставлял там синего, Настю и Валькира. Они там втроем стояли, и прибежал там неформал, говорит, Сементи убил, я не знаю. Короче, можно. Двое уже умерло, двоих кикнули, предлагающий Валькира кикнуть и все. Смысл уже играть. Смотрите, а в Электре кто был двое в тот раз? Это лорд и еще кто-то? Рана. Прям внутри Электры. Я починил, не я починил. Кто-то починил свет, мы встали на камерах, я стоял. Я думаю, блядь, нас 5 человек, я уйду, пойду, думаю, ловить Слюка. Слюка так никто и не вышел, блядь, возле Электро. Это в каком раунде? Я уже запуталась. Самый первый. Я не знаю, я уже ничего не понимаю. Короче, блядь, на самом деле я бы скипнула. Я зря сейчас желтого проглотила. Нихуя непонятно, если честно. Не, по прошлому раунду, не, типа, нас... если черненькие и зелененькие друг друга дефуют, то типа это 100% желтый, потому что ты была с белым на Электре, а неформал забегал вместе со мной в этот офис. Ну, передо мной. Я типа его не видел, но так, по запаху бежал за ним. Да. Поэтому, типа, скорее всего, 100% желтый убивал. Хуй знает. Если вдруг что, то кикаем сенсей сейчас. Саглы. Он секунду назад живой был. Кто где? Ну, я ушла вместе с Килоли и сейчас подбегаю к починке света. Вы вместе, да? Нет. Нет, ну я видела то, что он направо бежал, я вместе с ним, я скачала данный воржек и все, и пошла этот свет чинить. Я сейчас на улице. Прям под кнопкой. Ну, это точно не могу быть я, потому что я стрелял ракетку и делал этот... Хана, ты прям... Узел. Блять. Не, в пизду, госкип, нахуй, ебал я рот. Бля, Килоли, я думаю, ты уже понял, кто трейдер оставшийся. Подожди, Хана. Ты по раунду, где неформал зарепортил труп на кнопке синего, 100% белый был с тобой? Ну, я с кем-то пиксельнулась на свету. Я не видела цвет точно. И, ну, говоришь, что это Килолио был. Больше же никто не подтвердил. Значит, Килолио мирный. В админке было, получается, два человека на лайфах. Я и Валька.
и желтый хуй пойми где. Мы желтого просто по статку кикнули. Типа, я подумал сперва, что это Валика. Но типа я специально переспросил, типа, они дефают друг друга, типа, с черненьким или нет. Они сказали да, поэтому типа по остатку решили кикнуть. Килория, ты где сейчас? Ну я думаю, что ты не Килория, потому что он пошел это не направо. Не Килория, ты 100%, типа. Типа, кажется, ты думаешь, что это Лорд? Так а, как это Ханна? Ханна, когда она была на свете, когда у нас при одном трейтере был один... Ну смотри, я уверен, что это не Килолио, и ты пока ты был на админке. Скип. Я больше чем уверен, что это Ханна. Она вон еще в меня голосовала. Это не я голосовала. Килолио, ты проголосовал в Лорда? Кто проголосовал в Лорда? Кто проголосовал в Лорда? Я скипала. Я скипал. Я реально скипала. Как раз понимаете, я не отъебусь, подождите. Я голосовал как... Лорда. Все, хорошо. Короче, я не хочу остаться в 4 рыла, блять. Блять, у нас, мы с Килолио точно мирные, я не знаю кто, блять, ну это либо Лорд, либо Сенсей, но я не понимаю, почему Лорд сейчас меня разворачивает. Ну потому что я в Сенсей уверен, он был всегда на админке, а в Килолио я уверен, потому что он... Типа тоже был на первом раунде на админке. А где была ты по первому раунду, никто не знает. Я была на улице, я сделала змейку, потом бежала в лаву. Ну, где на улице была? Я сделала змейку. Я тебе говорю, я сделала змейку, потом бежала в лаву, сделала ракету, там нажала на кнопочку. Я практически все время была в лаборатории. Подожди. И поэтому я не понимала, что происходит, почему мы кикнули Слементи, я так поняла. Я же правильно понимаю, что неформал сказал, Слементи убил при нем. Ну да. Тогда у нас остается один трейдер 100%, который остается Лорд, потому что Килла и Ханна... не могу... Килла и Ханна, прикинь... Были на электричестве. Сенсей, я голосую в себя. И давай, пусть Ханна, приятные тебе победы, голосуйте в меня, пусть Ханна выигрывает, я голоснул в себя. Братья, это может быть Сенсей? Не уверена. Лорд, вы когда были на лайфлайнах, убили на кнопке, сколько было киллу? Да там секунда была, блядь. Может быть чуть больше секунд. Там 3-4 точно было секунды. Типа, неформал еще с нами на лайфлайнах бежал в эту кнопку, блядь. И там килл был. И это, скорее всего, не он убил. Просто его вывели в размен, блядь. Я в Лорда проголосовал. Да, проголосуйте в меня, блядь, и все. Пусть Ханна выиграет эту игру и все. Спасибо. Ты мирный, что ли? Ханна, не надо строить комедию, что я мирный. Я реально мирная. Бля, серьезно? Что, Кирилл? Хан, пошли спрячемся. Пошли спрячемся, реально. Животнего. Блядь, бегаем. Давай вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Ханна, это игра года. Ханна вылезает сука. Неформал это вообще. Мирных, они ее не видят, блядь. Ханна, это слевите, ребята, это слевите. Каким образом человек говорит, что ты на электре, блядь? Ханна, каким образом? Скажи мне, пожалуйста, меня Валька окраснял по всем киллам, я окрасняю тебя, что ты не на админке, я окрасняю Килолио, у нас остается только Ханна. У нас два килла, у нас... Этот лимит. Вы понимаете? Вы Слементи кикнули за мой килл, Слементи вообще ни при чем. Я типа, я в соло это сделал, понимаешь, я не знаю. Говоришь, что он с Ханной. Нет, это легендарная игра. Это Ханна поставила меня при одном килле и выиграла одна в день. Сенсей, а как я бы у тебя сделал килл, если я не всем оставил? Пока, ребята, всем спасибо, всем пока. Я пошел. А всем вы пока. Вдвоем были на лайфах, и в этот момент... Валька съебался оттуда, потому что я видел, как он... Мне нужно покурить после этого, ребят. Нет, смотри, я дефал Вальку, потому что, когда мы увидели килл, мы побежали искать его в сторону электрики, либо он побежал в сторону офиса, но мы увидели этот килл и вместе выбежали от лайфлайна. Типа, понимаете, мы на момент килла, мы уже отбежали от лайфов. Крис, пойдешь? У нас я кто-то ливнул, Крис. Это в рот, нахуй. Я о, ты зря сдался. Ребятки, скиньте, я пожалуйста, в личку в Мендозе код, пожалуйста, я отойду. Ханна, на секунду можно? Да. Ебать, я в глаза просто играю.
Я... А как я увидел в цементе? Я говорю, я в цементе увидел. Кстати, я не знаю. Ты хорошо увидел. Анна! Ау! Мне все накидали, спасибо большое. Ой! Вот. Накидаем, Люда, накидаем. Я уже почти не поверил. Ну, блядь, Лоли, ну как я мог сделать скилл, когда я, блядь, тебе говорю то, что я, блядь, я влажный. Сементи, чисто вот. Я сделал, блядь, это, свит этот, как его, стимул узел, блядь. Тут Кила говорит, что он с Ханой в элитре, блядь. Да я тебе два раза сказал, нет. Сенсей, тебе надо было по всем раундам играть то, что, вспомнить то, что я сказал, то, что я оставил пятерых, блядь, на камере и вышел. Причем она тут, когда у нас килл на админке, а два человека в электре. Ну как? Ну она могла там допрыгать. Она убила и побежала. Да, она убила и побежала. Вы сказали, что 3 секунды. Она так 3-4 электр... секунды. Она бы не добежала до электры. Она, так, может, там, по винтам там, ушла, там, а увидела там, меня, да. А увидела меня, как, когда с винта ушла. В админке вент есть, который ведет к хранилищу. И она, наверное, меня виженом увидела и сказала, что со мной переспать, чтобы алибисе сделать. В админке, вон, возле вот левой двери, там есть ямочка, она ведет в хранилище. Она могла убить, прыгнуть туда, блядь, уйти в хранилище и сказать то, что я вот бегу в скиллоле. А, там же это... Короче, из этой игры можно сделать два вывода. Она сказала то, что, типа, я на электре, и, типа, с кем-то пересеклась. И Кила говорит то, что да, со мной. Ну, типа, с кем она еще могла пересечься, кроме меня, на электре. Но вот я говорю, два вывода могу сделать с этой игры. Первый, как ты можешь говорить с ней то, что ты пересекся, если ты не пересекся? Прикол в том, в электрике был я еще на тот раунд. Ну да, я же тебе и говорю, я потом сказал, что можно кикнуть еще желтую, который оставался там. Типа, ну мы же не знали, кто конкретно трейдер, типа. Там Неформал говорит, что Слементи убил, мы кикнули Слементи, кикнули Неформала. Неформал по красоте. Слементи я просто задушил. Не за что. Смотрите, рассказываю. Первое, это нельзя топить мирного, если ты не видел, как он убивал. Потому что на камерах это особенно, типа, очень важно. Вот ты видел, как труп упал, и он от него отходил, может еще да. А вот когда там просто труп, ты без света не можешь втапливать прям. И они друг друга еще втопили, как не знаю кто просто. Надо сказать, я мирный, ничего не делал, все. Бля, хотя бы так. Киллоли, знаешь, чем прикол? Так они же, вот они втроем там стояли на камерах, они втроем открыли камеры и стоят, смотрят. Нет бы просто оставить, чтобы один просто стоял рядом, типа якобы смотрит в камеры, и все. А они втроем смотрели в камеры, походу. Сементи, слышь, Сементи? Да. Тихо, они больше не видим. Посмотрели лицо Ханны на реплее, ебать. Я видел это вообще. Ханна. Я хочу реплей посмотреть. Я хочу реплей. Если ты ее не видел. Ханна там понял, кидали клип уже. Прием, меня слышно? Да. Ханна, а ты как к мадам относишься, я забыл. Офигенно, он у меня слетел, почему-то не работает. Импостер клиент? А, не, в смысле. Я про текстурки. А, не, я про моды. Ну, оборотень прикольный, мне понравился. Сейчас, подождите, я клип посмотрю. Там вообще другая тема, короче, появилась. Какая? Хан, ты как меня увидела? Сейчас тестим, типа, там такая прикольная тема. Там, короче, всяких разных этих... Там, короче, помимо импостера есть шерифы, доктора, эти ведьмы. Всякая такая прикольная штука. Там на 20 человек можно... Просто я так подумал, это типа дофига, и мы с Боти не все посмотрели. Mm-hmm. Я думаю, мы завтра досмотрим, и типа, если что, Боти сказал, на следующей неделе можешь собирать будет. Хан, вопрос. Как ты меня увидела? Че, поехали? Ты по винтам пришла и увидела меня снизу? Я, кстати, наверное, лошадочку и пойду в апель. Это что, или как? А, где? В электре. Ты постоянно меня видела в электре? Ну, я видел, ну, я же вижу большой. Просто? Конечно, да, мазалась. Откуда? Снизу. В последнем раунде? Когда ну, я убила и пошла в этот в электро и увидела тебя там. Ты ножками пошла? Да. Какие нахуй 3 секунды киллу, блядь! Бля.
Пиздец. Пиздец, как это произошло? Каким образом ты это сделал? Чего я сделал? Как да все звезды сошлись сделал? Просто. Пиздец. Блять, прикольно, если бы ты не сельменти увидел какого-нибудь мирного, это вообще балдеж был. Где? Блять. Где? Хотел Вале сказать, ой, Валькиру, типа, почему свет не чинит? Лызочка пока нету. Приветик. Выходишь из электрики, идешь налево камерам и прям... Ну будет, я думаю, попозже. У вас там 5 человек было. Ну это оттуда по фиолетовый бегал. Да. Валькир, нормально ты мне задефоливать на старте. Подтверждаю, вот два сверху вниз пришел с снементи. Да, так и было. Я с самого начала, потому что побежал сначала к лаве, потом побежал через над этой, над офисом, где стол. Пробежал и зашел в У2 туда. Мне кажется, он просто убил, спустился, и у него КД было. А у кого фонит, шумит, что это? Это у Мидоза. А, да. Да, да. А кто его исследователь сейчас? Мидоза должна быть. Давайте с Лементи определите. Да, давайте не надо. Короче, ребят, у вас там... Короче, давайте в скип, пожалуйста. С Лементи поделись, блядь. Алло, алло, скип, алло, алло. Скип. У вас два-три человека было в электрике. Один. Почему вы не думаете, что это сапорепорт? Потому что чел убил и спустился. Я был изначально в два. Лучше. Вот. Я был изначально в два. Один исследователь, два в лабе, и один, по-моему, на... А сам Финаргот будет играть? Я был изначально в два. Один был в два, и второй спустился к нему. Тот как раз-таки, кто и убил, скорее всего. Стремите, братик. Всем пока, я наигрался. Давай. Там идет бир, тем более будет. Я сгорю на него с этой админкой, это точно. До 10 считать не умею, пиздец. Скажите, что на админке, пожалуйста. Нет, труп на камерах. Крыска, откуда бабла бы побежала? Я с этим, с Лафани. Привет, Ховертка. Нет, ты не с Лафани. Мы там были с Настей. Да, неправда, ты слева пришла. Не, она была в офисе. Я из оттуда пришла. Смотри, пришла на Лафани, посмотрела, потом выбежала. Нет, поднялась. На лайфах стояли мы с неформалом, я увидела килл Березову, пошла чекать лабу. Бежит Крис с левой стороны. Она не брала этот момент на лайфах. Я поднималась лайф. Циглы готов проголосовать Windows, не против, даже на синерах. Подождите. Могу сказать, почему. Сенсей и Лорд были в лабе, два человека. Ханна следует. Давай. Ханна, почему Лорд?
Ханна в следовательской была. Ну, все, Кивори говорит, что... Говори, ну, потому что сенсей... сенсей был в лабе со мной, Ханна тоже была в лабе. А, неформал с Настей пробежали, Кивори, скорее всего, на админке. Остаешься только ты. Настя, ты... На админке мы долго с неформалом стояли. И с сенсеем. Ханна, что на админке? Ты кто Настю подозревает? Или Мендозу ты подозреваешь? Мендозу. Два килла. Один килл. Я в Мендозу. Я тоже в Мендозу голосую. А зачем? Вопрос? Мне уже 4 голоса. Никто не остается больше. Тем более Настя говорит, что она слева бежит. Если не Мендоза, то Килолио только больше никто. Но Килолио не было, в Мегавнике была я, неформал и сенсей ходил. Килолио с админки сейчас бежит через нижнюю кишку. Нормально. Мне 3 раза подряд первый отлетел и сразу выкидывают трейдеров за это. Сыпь. Меня лучше не трогать. Всем спасибо за игры, я ушел. Давай, сенсей, пока-пока. Давай. Ах ты, Мендоза. Так, есть у нас два места, ребят. Луиза, можешь зайти, Шакара. Шакара, Луиза, по-моему, там сидят. Да, я видела. Принцесса Лайтбен мирных, да, я видела. Я чуть-чуть подъехал, потом думаю, такой по таймингам, но вроде чуть-чуть не совпадает. Ну, типа она приходила давно. Привет. Я на камерах постоял, привет, пошел еще в лабу, там, в админку. Она только с офиса на лабу поднялась, как вообще. Короче, я не видел, как Настя с неформалом прибежали. Типа, я неформала не видел, а Настю видел. Я такой, блядь, смотрю, неформал в туалет выходит. Я такой, чё? Можно? Ну, я... С Настей наверну вышли. Я такой думаю, чё, блядь? Откуда ты появился? Вен в кишку, понял? Ну, у тебя уже было такое, когда с Ханной, блядь, винтуетесь. Так ладно, она сказала ёлочку делать. Так ещё и ты говоришь, это же ёлочку делать. Такой, чё, блядь? Да я не... Шакара, ты тут, Шакара? Конечно, тут, конечно. Шакара. Ну, поехали. Шакара. Там сказали, Шакара спит. Так что она делала это... Кого она там делает? Змею, а я делал ёлочку. Хорош. Мы разные делали. Не, ну просто я видел, что ты не от ёлочки отбегал. Типа у меня Ханна... по вижену моему от елочки отбегал. Блять, они у меня нихуя не работают в моем текстовом канале мода Among, там можно скачать. Но пак на скины я сама не знаю, где я потом спрошу. Я что-то забываю, я сама себе не могу сделать. Ребят, мне надо с кем-то списаться, чтобы этот пак сделать. Я первый вложил и первый вылетал сразу. Не, ну там Хана красиво. Ну у меня нихуя не работает, почему? Слементи увидел там. Увидел где-то, получается. Бля. Бля, друг. Три ночи. Блин, я ставку поставить не успел. Три ночи. Подумал, что Слементи. Капец ты, лорд, по таймингу чисто. А, я хочу вывести желтого. А че? Неформал, только что Настю убил. И за что же? Килу, одна секунда. Да сори. Неформал с Настей в кишку заходили. Не, кто-то в желтого так много заходил. Смотрите. Стоп.
Насколько я знаю по игре, у каждого своя елочка. Я подхожу на свою елочку, там стоит желтый. Но когда он сделал елочку, у меня она тоже наверху. Когда я сделал елочку, он сделал и ракету и не пошел делать переключатель в лабе, а побежал в сторону камер. Индоза, ты зря меня голосуешь. Можно я обосновить? Побежал. Почему я должен сказать? Ну, типа, у тебя задание в лабе. У меня все квесты в лабе. Понимаешь, у меня все квесты в лабе. У меня слева ничего нет. В меня уже три голоса скинули. Можете помолчать? Спасибо. Я стоял, короче, мы побежали с ней вниз, ты видел это по кишке. И у меня выпали здания, короче, вот кнопочки нажимать. Я два раза фейланул, и типа я стою и доделываю их. Я даже не знаю, где ее труп. И кто зарепортил? Лорд зарепортил. Он не зарепортил, он на кнопку нажал. А, он кнопку нажал? Да. Одна секунда, я стою, блядь, делаю. А прикиньте, это желтый и оранжевый вместе. Вот сейчас мы кикнем, блядь, оранжево-желтую, игра выиграется. Давайте. Вообще, поехали. Я в оранжево. А через кнопку желтый. Давайте запихнем лучше, не? Если есть... Да можно мне сказать, блядь? Через кнопку желтую. Дай себе начали. Ночью я сейчас выключу. Если кто-то стоял на админке, он бы увидел, что я сейчас расследовательский. Спасибо за игру. Ебать, это нечто, скорее, братца. Скорее всего, при этом стоял на админке, и он убил Настю. Mm-hmm. Так ты же сама сказала, что ты не формал. Я скипал. Да. Я предположила, сказала, что Настя бы не нет, ты прям сказала. Я последний раз видела. Мендоза, почему ты так быстро достреляла метеориты? Я ни одного не пропустила, а ты уже достреляла. Ну этот килл точно я вообще не делал. Нет. Это не... Можно у Крис спросить? Срочно. Я не делала метеориты. А почему ты тогда это встала на них? Я не захотела с тобой стоять делать метеориты, а ушла наверх. Вы ей верите, ребят? Я верю. Вот я нет. Смотрите, а где друг? Смотрите, я говорю, я встала делать метеориты. Можно я скажу, пожалуйста, очень срочно? Смотрите, я встала делать метеориты. Я ни одного метеорита не пропустила. Мы с ней одновременно встали, и она убежала просто. Она не доделала метеориты. Она их фейковала. А потом она говорила, а потом она сказала то, что она говорит. Да, можно теперь мне сказать? Я подошла, смотрю, Ханна будет со мной, встала на метеориты, не открыла здание, просто сняла 3 секунды, что хотела от Ханны, убежала наверх. А где друг еще раз вылезать? На выходе из верхнего душа, где-то там у меня рекорд загорелся. А, на выходе, тогда это... Волю видел, как я заходила в нижний душ, я там сделала циферки потом. Ну, получается, это Лолорет или саморепорт? Почему я? А смотрите, я рассказываю. Лорд, я смотри. Я сейчас в начальной базе, я там самолет не сделал. А Лорд, ты насколько уверен, что у всех своя елочка? Бля, ну на своя елочка. Это, ну, знаешь, типа... эти елочки вроде как с этим, вот как в переключателем вот на скилде вот эту кнопочку. Она у всех, насколько я знаю, она у всех разная. Я только что бегала в исследовательскую, там где капсула, Лорда там не было, я сделала самолетик и ключик. Стоп, тихо. Это Лолорд, Лолорд. Погодите секунду. Короче, давайте по елочке, по елочке. У нас саботаж есть. Я думал, мягкий. Саботаж есть, на юг. Ну, короче, это... Да, то есть вы хотели мягкий, да? Бля, ну это смотри, ну это... Подожди, сейчас я кнопку нажму, я тебе это выкину. А Лорд, Лорд, у меня с бирюзовым елочка одна и та же. Да? Ну, можно кнопку не нажать, а так сделать. А вот теперь смотрите. Лорда просто выкидываем, вот просто выкидываем и все. Я делал там елку, ты меня топил. Если елки не может быть, значит ты логичный. Ты меня топил в желтого. Я не если топил тебя. Ты меня топил, ты сказал. Я тебя выкидываю, все. Я ни в кого не втопил, алло. Я уверен, Лорд и Килолео. Вот я эти вот два, ты меня красный до конца.
Я ни в кого не топил, алло. Ну это значит, Лоизочка саморепортила, что ли, там, или что это? Да, получается, мне делать нечего. Ну а почему Лоиз-то? Я знаю тебя, ты можешь такое делать. Не, я сейчас уже такое не делаю. Да ладно. Ты в меня уже проголосовала? Да где, на кнопке? На кнопке? На кнопке? Я не понял. На кнопке хил, я решил кнопку не жать и нажал на... А на кнопке хил? Экономно. Ну слева, слева там, чуть подальше. Мы справа с тобой заходили. Оружейный? Справа заходим лорд и желтый со мной заходят. Я иду первый и вижу слева от кнопки хил. Ага, вот там, где проход сейчас. Левый. Я сейчас тоже заходила за вами. Давайте я выкинем лорда и катаем дальше, все. А почему вы так уверены, то, что предатель у нас, ну, двое? Мы не формалы же кикали. Нет, это фигня, не формал, нет, он сильно тупо. У меня елочка. А какого лорда кикаем, который лорд? Лоло, ты встал на мою же елочку. Который лорд. Да-да-да, именно его. Я помню, почему в меня все проголосовали, а? Потому что ты топил меня по первому раунду из-за елки. Я в тебя не топил. Да я в тебя топил, я в тебя топил. А. А, да ладно, дошло. Ошибка получилась. Мне просто показалось очень странно, то, что человек делает елку и не бежит переключатель этот делать. Обычно все так делают. А ты просто убежал на камеру. Все, ну легкая получается. Получается легкая. Очень тяжело будет выиграть. Блять, бибай боба, блять. Лолио, ты понял, кто? Я понял. Я понял, кто. Ну и все, и пока тогда. Вы сейчас на меня думаете? Конечно. Не, нет, это Луизочка, если что. Да ну. Ханна сейчас выбегала, ты кого? Мы сейчас стояли в лабе, ты, я и Ханна. Луизочка, скипни, пожалуйста, я не знаю, кто из них. Подожди, стоп. Луизочка, стоп. Я бы тебя еще во два убила. Подожди, это кто-то из них. Короче, смотри, я захожу. Блять, ну, вы вместе зашли в лабу? Вы вместе зашли в лабу? Вы не могли вместе зайти в лабу? Давай скипнем. А Луизочка, ты слышишь, как... Подождите, я просто не знаю, кто из вас. Подождите. Я бы уже Луизу бы убила вот два давным-давно, если бы я была трейтером. Это кто-то из вас валенок, поймите просто. Кто-то из вас валенок. Не, откладки ла уже... Откладки ла не может быть, потому что мы просто при шестерых... Кикнули одного, нас пять. Сейчас нашли труп. Так. Ну. Но ты не убила Луизочку, знаешь, потому что уже труп либо старый, и еще не было, и ты уже с ней тусила. Либо ты сейчас на выходе прирезала. Я не верю. Вот где я лабе? Видел тебя на выходе из лабы. Мы там были с Килолио, но секунд 25-30 вместе. Я не знаю, кто. Ну и что? И потом что? Забегает Ханна. Ханна первая выходит, мы выходим с Килолио, и там труп. Это кто-то из вас. Я не знаю, кто из вас, просто я сейчас скипну. Да, мы... Я скипну сейчас. Да, я видел, как Ханна убивает. Видел. Блин, Луизы, Значит, это Килолио, скорее всего. Скипну, я по предыдущим раундам... Это Ханна, я тебе говорю, Ханна. Это Ханна. Мы видели просто вдвоем. Ну зачем мне такой килл делать? Я просто не понимаю. Когда вы в лабе все видите. Так, чат, выбираем. Сделать 2 килла? Или что делать? Или что делать? Про
просто выводим Ханну и выигрываем. Ну, убедите меня тогда, чтобы выводить Ханну. Смотри, мы с Килолю вдвоем 30 секунд бегаем по лабе. Туда, видела, сюда, просто шатаемся. Там, да. Вы по лабе ну, труп около лабы! Труп около лабы! Алло! И мы два трейтера, и мы два. Ну, кто-то трейтера из вас это сделал, кто-то из вас, я не знаю кто, потому что вы меня топите. Мы вместе бегаем. Ну, хорошо, блин, я скипаю, но, короче, хотите, голосуйте меня, но вы проиграете. Просто... Это кто-то из них, я не знаю, не кто. Это, скорее всего, Килолио. Это, скорее всего, Килолио. Я подозреваю Килолио. 24 на 7. Так, вы просто вышли. Труп старый, очень старый. Он под лабой. Они вдвоем там бегают. Просто они... Я не знаю, кто из них. Может, кто-то когда сканился, типа, убил. 20 секунд. Это, скорее всего, Килолио. Можно? 20 секунд мои пошли. Смотри, Луиза. Так, доказываю, что я не убила. А, за мной бежит желтый. Ханна же зарепортила тот друг, правильно? Правильно. Я бегу, за мной бежит желтый. Он меня полностью видит. Я вижу, как Ханна режет. То есть ты не мог видеть, как Ханна режет, понятно, это Килолио. Короче, ты не мог видеть, как Ханна режет, потому что труп вот старый. Труп старый. Я не видел, как режет, но я видел, как и падал. И сама подумай, стал бы я резать при Луизе, ну, типа, при Ханне и желтом одновременно. Труп старый, говорю! Труп старый. Нет, скипай. Мирный топит. Это Килолио, скорее мирный всего. Мирный дефает мир. Ну, Килолио, ну да? Волкир валенок просто. Вот так, сюда. Все, пока. Ну просто если они вдвоем увидели, то, ну, типа, два трейтера. Бан, трейтеры, да, чисто. Логика побеждает. Бля, на самом деле, знаете что? Сейчас, подождите. Короче, когда Луиза начала говорить то, что этот... Ханна, типа, не может быть этот. Я засмеялся случайно, у меня наушник упал, короче, и в кнопку залип. И, блядь, получилось так-то, что мой смех было слышно, походу. Сори, yes. Если... Меня не было? Да, слава богу. Нет, я просто видел, не что лорд. Я микро заработал. Просто, я... лорд. Режим. Просто у нас на глазах режут, и все. Лорд, скажу честно, я твой смех слышал, даже без микрофона. Да? Бля, я просто... У меня, блядь, падает микро, короче, в этот, на кнопку. Я такой думаю, ёбаный рот, а я в этот момент еще ржу, сижу тут. Думаю, блядь, сейчас же услышат. А я такой бегу, думаю, сейчас лорд точно, вот точно ржет сидит. Бля, короче, я посчитал. 6 елок на карте. Получается, у двоих можно. Кто не зашел? Алло. Шакара, наверное, уснул. Блядь, как ты задолбал, Шакара? Шакара! Лолара, ты был трейфером? Шакара спал, да, в той комнате. Да. А, ну да. А у меня с ним елка была. Так у меня в принципе работает. У меня тоже елка была, кто сказал, что что-то. Ну сегодня, ребят, хоть трейтеров сыпят. Сегодня классные катки я выиграла. Прям вообще. Нормально. Но она работает с большим шансом, скажем так. Да, сегодня вообще прям классно. Такое чувство, что он с ямки пришел. Ну да ладно. Я уже один раз так его не кикнула. И он меня убил потом за это. Не формал, блин! Не формал, блядь. Блин, как же я верю! Формал, там, если что, за дверью все видно. Он винтанулся, да? Нет, он зашел в душ и убил в душе. Да. Формал, что скажешь? Он такой думает, согласие. Он такой думает, почему вы зашли, блядь? Какого хуя? И сижу и угораю. Бля, знаешь, как Изиван говорил?
А можно еще у неформала тебя спросить? Ты этот сиянки вышел, когда мы с тобой на админке встретились? Мне просто показалось, что ты со стороны ямки шел. Нет. Точно? Ну ладно, нося глаза и бусь. Второго пока не поздно. А мне кажется, Луизка вторая, если честно. Она, кстати, да. Она около меня стрейфанулась только что. Только что мне, прям. Мне почему-то кажется, что она вторая. Поехали, поехали, поехали. Поехали. А тебя Шакара бы выгнал бы. Тебя Шакара бы спалил бы. Короче, хочу Луизку кикнуть. За то, что она меня проголосовала в прошлом раунде. Теперь я буду голосовать в нее. Да ну блин. Лорд Килолю. Ну ладно, смотрите. Лорд Килолио стояли на кнопке. Стоп, это... А, это не дабл, все. Луиза стояла с вами? Не, Луиза с вами не было. Я на кнопке лорд стояла, там Ханна... еще сверху все бегали. Не знаю, я Луизу не видел было. На кнопке. Я давайте Луизу выкинем. Стояла. Да, я согласен, Луиза. Я стояла там. Да блин, в смысле? Пока. Получается, пока. Но я... Ну, блин. А я скипну, знаешь? Вот я скипну. Вот так вот. Молодец. Знаешь, почему я так спалился? Ну, я короче... не видел Луизу. Я открыл карту и думал, типа, нажать утечку кислорода, а тут утечки кислорода что ли? Нет. Ну ладно. Ханна по нулю вычислили. Просто снайпер получается. Короче, знаешь, что такое? Я прибегаю на камеру, Луиза стоит, ничего не делает. Я такой думаю, бля, она что, Шакару хочет убить? Такой думаю, ладно, уйдут, типа. Не, я АФК стояла. А, понял. Я такой думаю, бля, ну что-то она странно как-то стоит. Кто не зашел? Мне просто надо было отойти на 5 секунд, прям я отошла. Не, ну блядь. Там не формал, конечно, блядь. Видишь, нет, я думал, я реакторы включил, блядь.